Доброго времени суток. Сегодня на уроке мы изучим, как вставить видеоролик с YouTube на вашу веб-страницу. Мы подготовили несколько файлов. Это HTML-документ, который вставлен в текстовый документ и редактируется блокнотом. Как вы видите, вот он. Далее у нас есть CSS. Если посмотреть на структуру, то вот она, главная страница index.html, и в папке CSS содержится несколько файлов. Основное — это стайл CSS. Давайте я его тоже открою и продемонстрирую. Здесь описаны стили наших div-блоков. И главная страница index.html связан как раз с этими CSS-файлами, где можно посмотреть эту связь. После title в хеде, как вы видите, есть определенный тег, который называется link_rel, и в нем записан адрес href css style css. То есть вот после знака равно мы видим адрес. Это папка CSS, а это как раз файл CSS, в котором хранятся все стили. То есть вот index.html и вот он файл style CSS. И покажу еще раз папку. Вот она. Далее, как вставить видео с YouTube в вашу веб-страницу. Конечно, у вас должна быть открыта сама веб-страница в текстовом формате, то есть вы должны видеть код. Вот он, весь код. И, допустим, мы будем вставлять наше видео в div id content. Вот отсюда начинается этот div-блок. Сейчас я открою веб-страницу и покажу, как она выглядит. То есть вот тот пример, который записан в index.html, вот он. То есть у нас есть хедер, у нас есть меню, левый блок, центральный блок, как раз контент. И есть нижний блок, этот блок называется footer. И видео мы вставим вот в эту центральную часть вместо этого текста. Что вам нужно знать для начала? Нужно знать, что все это вставляется в div id content. Вот этот текст мы полностью уберем и удалим его до закрывающего тега div. То есть останется у нас только div id content, и уберем даже тег p, который означает, ну, новую строку или новый абзац. То есть вот так. Далее нам нужно зайти на страницу YouTube и скопировать так называемый код. Мы нажимаем правой кнопкой мыши и находим четвертую строчку, где написано «Копировать HTML-код». Можно также под самим видео нажать кнопочку «Поделиться». И здесь нажимаем на кнопку «Встроить». То есть мы видим вот такой, как бы, полупустой тег. И вот он, весь код этого видео. Если говорить о технической стороне кода, то это видео будет вставляться при помощи тега iframe. Вы можете посмотреть на сайте HTML Book, что означает этот тег. Но по сути дела вы делаете захват веб-страницы, то есть видеоролика. И с определенными параметрами, допустим, как здесь, это ширина, высота, вы вставляете его на свою веб-страницу. А вот он адрес. Вот https, 3w, youtube и адрес вот до сюда. Также описывается frame border, то есть ли какая-то граница по ролику. То есть будет он автоматически запускаться, будет он на весь экран и так далее. То есть такие настройки можно, я говорю, посмотреть на HTML Book. Там довольно многочисленные настройки можно вставлять, а можно фактически просто вот вставить ролик, ну, с тремя или пятью настройками, которые дают
а вам сразу в YouTube. Поэтому мы просто копируем. Давайте еще раз покажу, как это сделать. То есть мы можем нажать правой кнопкой мыши, копировать HTML-код, а можем нажать кнопочку «Поделиться» и выбрать «Встроить». И копируем вот этот код. Ну, можно копировать его вот так, только обязательно смотрите, чтобы все кавычки, все символы скопировались. Копировать. Открываем веб-страницу, то есть индекс HTML. Находим то место, куда мы должны вставить эту веб-страницу. И вставляем. Вот, пожалуйста, вставился тег iframe. Видео будет с размерами 560 на 315 пикселей. И это значение как раз мы можем менять. То есть нужно соблюдать пропорции, чтобы видео было соответствующих размеров и там не было черного фона. Поэтому для начала мы этот размер оставим по умолчанию, без редактирования. А далее попытаемся его изменить. Ну вот, я уже вставил, поэтому я нажимаю Ctrl-S, русская буква «Ы», то есть не нужно путать «Си» или там с символом доллара. И сейчас я захожу на веб-страницу, которая у нас была загружена ранее, была открыта ранее, нажимаю F5, и как вы видите, вот в той части, которую я анонсировал, а у нас ставилось видео. Размер у нее сейчас 560 пикселей. А я снова открываю HTML-код. И давайте я сейчас заменю размер и поставлю 860 на 515 пикселей и пересохраню. Обновляю страницу. И как видите, вот видео увеличилось. Соответственно, пропорции наших div-блоков, они изменились, и тот блок, который не соответствует этим пропорциям, он на каком-то уровне закончился, и тут получился пробел. Но суть вставки видео такова. Ничего сложного нету, просто вы копируете код в YouTube, снизу от видео поделиться, встроить и вставляете в нужное место. Буквально 2-3 минуты. Всем спасибо. Пока.